Оп, нормально. И чё, прошёл? Ты, сука, лакер, понимаешь? Да иди нахер. Тебе другую дорожку надо. Да блядь! Разминировал. И трупик упал в чекпоинт. Вот, я седьмой лично. Ты какой? Я? Я пидор. В смысле? Почему ты не поехал в зеленую дорожку сода? Не, он все-таки. Потому что нормальный. Я справедливый пидор. Ой-ой-ой-ой! Вот. Справедливый пидор, блядь. Да, я же его не сплюнул, блин. Чисто сердечно. А перед началом видео я хотел бы рассказать о нашей группе по прокачке. Не хватает игровой валюты или уровня, а желания и времени фармить нет? Тогда добро пожаловать! Различные наборы, вкусные цены, быстрое выполнение заказов, отзывы довольных клиентов, бонусы и гарантия качества лично от меня. Заходи и прокачивайся по полной. А прямо сейчас вы можете заказать читерский набор, в котором будет целых 2 миллиарда игровых долларов и еще очень много вкусных бонусов. Цена вас приятно порадует. Успей стать реальным боссом. Ну а теперь, приятного просмотра. Всем здорово, ребят, с вами Джоспин, Сода Эффект и Дмитрий Воланд. И у нас сегодня гоночка непростая, ну, как сказать, сприт... Я уже вашей судьбы. Всем здорово. Лакер. Так, я поехал в лагерь. С приколом. Всем привет. Волан, куда ты подаешься? Я попробую скилл, но мне кажется, что в скилле, естественно, будет тяжелее всего, типа. Чувак. В лакере надо залачить. В лакере нет. Да. В лакере вода. Все. В лакере вода. Тут трындец. Чувак проехал какой-то. Я взял чекпоинт, хорошо, потому что скилл. Так, а что в скилле? Там, короче, чекпоинты, чувак. В скиле там хорошо. А, подожди, так чекпоинты тут были? Ау. Ну, нет, на воде, мне кажется, там у тебя будет нет, чисто после воды, да? Чекпоинты тупо в скиле были. В смысле? Ну, а вправо никто проверять не поехал, да? А вправо есть, вообще нету. Вы хотите сказать, мы пройдем скил, и потом поедем пидоров всяких, да? Ну, я не знаю. Я не знаю, но как бы план нехороший. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, это скилл, детка. Да ёпта, усач. Тише. Скилл дорожка взята. Проходим дальше. Ты только взял? О, диагональки. Куда тут ехать? Дим, ты только-только взял, да? Ай, тут только-только все взяли. Ну, ясно. Так что, реально чекпоинт был только с этой стороны? Да-да. Походу еще в лакере есть. Слышишь, что? Нет, в лакере походу еще есть, потому что есть разветвление чека. Было разветвление, в лакере я видел, сода, после воды был чекпоинт. Да-да-да, а вот в пидоре вообще не было чека. А в пидоре? А типа пидоров здесь быть не должно или как? Да-да-да. А если таковые имеются? Гонка для нормальных просто. Так, тихо. Черт. Ты не здравый вообще. Я? Ничего нет. Вообще не здравый. А что он сделал? Я так как сделал? И ты. Кусь. А как я? Закуюсь. Ты же Волан, ты же любишь кусь. Сам говорил. Не, в моем исполнении. Делать кусь. В моем исполнении, слышишь? Нихера себе, ты хорошо устроился. Зачем меня пинать, парня? Зачем пинать? Потому что... Он вообще нам ничего не сделал. Я прозрачный, так, я не Шаболан. Знаю. Ничего не Шаболан. Знаю. У меня миссия. Какая у тебя миссия? Вот да это блин, уже не я. Вот что это уже меня сзади. Здоровый, да? Сломаете меня нахер тут на две части. Я застрял под этой херней. Меня кто-то наверх ломал. Тут как-то нормально. Вывешиванием надо, мне кажется. Я не знаю, но она реально далеко сделала. Каким вывешиванием, блин? Ну, тоже блин, мне, блин, поехали на скилл. Что происходит? Да ты, о! О, нормально. И чё, прошёл? Ты, сука, лакер, понимаешь? Да иди нахер. Тебе другую дорожку надо. Баронесса. Когда лачишь на скиле. Нет, я все равно упал. Блин. Ну, видишь, не сильно тебя-то залачило. Подожди, братан, эй, вот тут надо вот так проходить, пинают. Видишь? Нихера не делаю. Тун-тун-тун, так прозрачно проезжаю, все. Так вот, они распрозрачнивают меня в итоге. Вот интересно, так, вот эта вот дорога очень сильно затоплена. Дим, да, ты уже взял чекпоинт на этой дорожке, там не будет для тебя чекпоинтов. Или будет, есть? Будет, будет. А, есть, ничего да, второй. Не знаю. Они все разветвлены. Мне было интересно. Нет, ну это же лакерская. Что он не скиллер, он поехал лачить. Ясно, понятно. Тут просто слишком много людей. Да-да-да-да-да. Перебор. Да ты что, блин, усач! Как он меня бесит в этой гонке. Взял своего жука этого маленького и пидорит. Такая узкая труба. В натуре усач. Я думал, ты сача называешь, но сача у нас давно не было. Этот в натуре усач. Не, знаешь, в лакерстве как-то тоже не пошло.
тут но волны просто лютые. Нужен профессионал лакерства, собственно. Он зачем-то пытается в скилл доказать всем, что... Но он не может скиллить. Отстань со своими приколами. Подожди, стоп. Тут в лакере куча этих бочек взрывающихся. Ну, меня утопило даже, я до них не доехал. Ну так понимаешь, там... смысл в чем? Если ты настоящий лакер, на тебя эти бочки... Да в смысле? Нихуя себе! Я вон лакер какой-то. Для тебя эти бочки вообще ничего не значат. Боже, боже... Ну конечно попробую еще раз, но мне кажется утопит снова. Давай! Так. Ну что ты делать? Да нет, тут цунами, капец. Когда лакер пытается залазить на скеле. Отстань! Что? Видал, да, нет. Да, видал. Цунами. Ну и чё, я зашёл, прошёл. Ну я там тоже выложился, чё. Я рад за тебя. Она разворачивается вот на этой херне? Думаю, что разворачивается. Если ты не скиллер, да? Ай! Да в смысле, бляха? Да что за Да в смысле, бляха? Ну, ай! Слушай, она сложная такая. Ты был прозрачный. Да я знаю, сын. Да бляха, так, вы как меня распрозрачили так быстро? Алло, народ. Да, блин, народ не волнует, прозрачный страшно. Там или нет. Как же тут страшно. Народу все равно. А, заехал, что? Да. Там, слышишь, лакер? Можно действительно. Свали отсюда. Как скилловая дорожка. Что это такое? Как? Я даже понятия не имею, как Волан, это проходить. Тебе на лакерскую, если ты так сюда прыгаешь. За коммунали. Да вы видели, что там дальше? Как это там проходить? Какая-то голубая полосочка торчит. Да. В том-то и дело. Да, Волан, блядь! Ты заебал! Что? Ты даже не упал. Блядь, вы нормальная, блядь? Ребят. Сук, сейчас пизду тебе, такой капитальный вмонаю. На, нахуй, первый лакер. Блять, я прозрачный прилетел. Сейчас я вам вкатаю пизды. Зажгли Джоспин. Да потому что, блять, лакерским своим методом, суки. Блять, вот парень чисто помешал. Сейчас я тебя Шаволанд, блять, вкусил бы нормально. Не, подожди, а как это реально пройти-то? Жопа. А залазь там как-нибудь. Запрыгни. Может получится, блядь. Охренели, чёрт. Не, я бы с удовольствием, но что ты как-то знаешь. Взяли, спихнули, блядь, я добирался туда 3 часа опять. Да! А как ты так делаешь? Так не нормально все. А я всегда вот так вот, блядь, перелетаю где-то нахуй по-лакерски и, блядь, сбиваю вас. Вот каждый день своей жизни делаю это. Неважно. Ага. Это сейчас что было? Что, совсем охерел, Ворезлов? Сода, а ты как туда добрался? Я не знаю, еще не добрался. Лакер. Сука, тут разминировать надо. Серьезно? А я тебе что говорил? Раз, два, три, четыре, пять бочек! Пять раз так проехать, вы чё? Бляха. Допустим, один раз я взорвался. Да что это не за... Невероятно. Желтый, блядь. Вот ты понимаешь, что я вообще в этой ситуации из-за тебя, братан? Да, блин. Не стоит, ждет такой, намекает. Пиздуй, проходи. Интересно, чем это закончится? Артипинка. Я второй раз доехал. Да. Да, детка. Ну это лакер. Нет. Все с ним понятно. Бляха! Сука, пожалуй, еще три раза подожду. Угу. И будешь пидором. Лакером. А что там у пидора? Вообще ничего нет. Нет, там же есть зеленая хуйня, кстати. Там проезд какой-то есть, но типа, мне кажется, там какой-то все равно подвох. Ну и ты хочешь смотри, проверить? Он идет аж вот. А, так, зеленая, зеленая. Ну туда, да, там есть нормальный проезд. Ну едь. Нет. Мне нравится, какие все не пидоры такие, да?
Почти проехал. Боже, да съеби ты, блядь! Что ты так горишь? 17 минут. Да потому что, я не знаю. Тебя б так попинали. Да пинали меня. И хуже пинали, ты знаешь. Дима, не пихайся! Да пошел ты, блядь, нахуй! На, бля! Чё там, я не пихайся! На, бля! Угу. Дима, не пихайся! Ну, Дима! Да ты, блин! Я не представляю, как ты туда доезжаешь. Там еще две, походу. А, вот доехал. Нет, там одна. Вот смотри, сейчас... Тебе по пути пидора надо идти, чувак. Я там, блин, уже сколько их, 4 разминировал. Я сейчас последнюю. Ну, Волан такой, да. Ну, охереть, последнюю. Я первый раз сюда доехал, понимаешь? Меня топило. Крутой чувак, последнюю бочку разминировал. Вот это ты да. Нет. Да блять! Разминировал. И трупик упал в чекпоинт. Я рад. Теперь, если мы туда доедем, мы прошли как лагерь. Ты не как лагерь прошел. Ты, блин, два раза, считай, только доедешь туда. Это будет третий. Чувак, я намного больше даже. Намного. И схерали третий, если ты одну бочку разминировал. Скажи, я намного более скилловый лагерь. Да. И все сразу туда лучок. Побежали. Да вы какие, блин, наглые, а? Пидоры. А кто подслушивает нас? Ай, почему так происходит? Я не знаю. Или они просто увидели, я не знаю. Там сразу не в натуре, бочки. Слышишь, три пидора появилось. Сразу. Ну это один из них сода едет. А, да? Так слышишь, я туда достоин попасть. Я тоже. Чего ж они на зеленую дорогу не поехали? Я не понимаю. Но я там был уже два раза. Понимаешь, они приезжают в дорогу скилл, они здесь, блядь, пытаются залачить, перелететь. Они приезжают в дорогу лакер после того, как становятся пидорами. Ребята, вам на зеленую дорожку. Ну я дошел до поворота на скиле, я его не пройду, все. Точнее, не прошел с первого раза, так что не хочу на скиле. Надоело. Одного раза хватило. Да что да опять ладно. За цунами? Да ладно, ну что, блин, за бред? Да я не знаю. Можно я буду просто никто да и выйду отсюда? Да проедь ты уже. Меня затрахали эти люди, серьезно. Поехали с нами по волнам. Не хочу. Там здорово. Здорово да мне тут. Да нихера тут не здорово. Тут пидоры почему-то едут. Всякие. У меня тут лакеры почему-то едут всякие. Ну вот несправедливо, да? Когда... Трындец. Специально для каждого свою дорогу сделали. В смысле? И все лезут не туда, куда надо. Слушай. Ну все, сода прошел. Нет, еще не прошел, отстань. Не каркай, ну сплюнь, блин, пидор. Тьфу. На тебя, давай, проходи. Тут тоже есть элемент. Подожди, а почему мы седьмые? Ну вот я седьмой лично. Ты какой? Я пидор. В смысле? Ну я сейчас хочу Воланда спихнуть. Хорошо. Вопрос для тебя. Почему ты не поехал в зеленую дорожку сода? Не, он все-таки нормальный. Потому что я справедливый пидор. Ой-ой-ой-ой! Справедливый пидор, бля. Я ж его не сплюнул, блин. Чисто сердечно. Да уйди, Волан, ёпта. Так. Да, дурацкий ветряк. Чего вы так усыкаете, я понять не могу. Если я когда-нибудь назову тебя еще сода, поправь меня, пожалуйста, на справедливый пидор. Что? Блин, ну что? А че ты угонек пролетел? Там ветряков куча, я взорвался. Ты проехал, хочешь сука, сказать? Сука, сказанул. Ну вот какой-то из них, да, жирненький такой. Да в смысле? Я вообще не в ту сторону хотел, Сэндкинг, алло. Сколько тут еще ехать, блин? Очень много. Да ладно тебе, да ладно тебе. Я опять упал вниз! Там вылететь в трубу надо.
Я назад хочу. А, тут еще и дырка есть, фу. Дима, возьми меня обратно. Да, Дим, пусти обратно. В смысле? Да тут бред. Идите нахер, вы там то справедливые пидоры, то лакеры, блять, определитесь. О, слушай. Знаешь, это как-то надоело, не зашло вообще, фу. Ну так можно ехать. Ну, 40%, давай ее запустим, классно будет. Тут 18, здравствуйте. Ты сказал 40. Я попал! Справедливый пидор лакер. Сука! Я попал с первого раза. Я тоже. Ну, еще один лакер. Собственно. И ты промолчал? Я ж тебе говорю, тут надо в трубу попасть. Я думал, ты не попал. Ну, я же тоже кусочек лакера. Фу. Ты не кусочек, ты целый раз попал. Ну, ты ж первый сейчас проходишь. Да-да. Ну, только тут жопа какая-то дальше. Да чё так багует первый в этой сетке? Первый лакер на деревне, слышишь? Ну. И куда тут дальше надо? Так, ладно, сейчас назад тут еду. Охренеть. Блин, а ты в желтую тоже сразу Охренеть. Попал? Класс. Да. И так, я попал. Все. Так, а теперь мы вылетаем на чек. Лишь бы не взорваться сейчас, да? Супер. В смысле? Следующий... Тут не было чека в трубе? Нет, смотри, там в желтую попадаешь. Финиш? Как, что? Сразу? Подожди, куда здесь? Лол. Ясно. Если когда-нибудь еще ты там скажешь скилл, мы теперь знаем, как все называть. Подожди, сейчас я за тобой посмотрю. Что? Как вы там сказали, лакерный пидор? Что? Я попал на дорогу для пидоров на лаке. И взял чекпоинт. Сода, просто... Да, просто виртуальная пятюня, то же самое. А, ты на дорогу попал? На пидора попал, подожди. Ты промолчал? Ну ты конкретный пидор, господи. Если Сода лакерный пидор, справедливый лакерный пидор, простите. Вот, то Воланд это конкретный пидор, который не признался. Ну я хотя бы, да, типа, ну... Сказал. Ну, пидор и пидор, да? Да, ну так получилось, как бы. Всякое в жизни бывает. И проткнули, говорит. Фу-фу-фу. Всякое, говорит, в жизни бывает. Фу-фу, Сода. Лучше, фу-фу, блядь, согласен, а, фу-фу. Да, блять, вот что фу-фу, понимаете? Вот, вот, вот. Ну, это пидор был. Мы хотя бы никому не мешали, просто там себе... Нет, да понимаете, меня такие уёбки заебали уже за весь кем-то скидывать. Так, ладно, ребята, понимаешь? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Всем пока. Пока-пока. Снизу вы можете найти тех, кто скилловый. Там, блядь, таймер запустили в конце. Мы были на последнем элементе. Крик души. Да.